Перехват выключил? Да я бесконтакт поставил, и все. Ну и что? Перехват выключи. Так алло, без контакта там перехват не работает. Там, там им пакетов тоже нет. LG Retro заказной. О, у меня вот это все есть. У меня нет. Блин, я с Ремусом буду страдать. У меня у Ремуса эти покрышки. Мотали. Ты что, TikTok смотришь, Арт? Да. Вот это отец. И в GTA 5 играет, и TikTok смотрит. И бомба. Оля, дали, дали, у. Но кто там улетел? Я на розу. Значит, скорее всего, у тебя что-то с интернетом, у меня все хорошо. У меня тоже Криолан 100 мегабит. Блин, я реально на Ремусе буду страдать. А мегабит на самом деле тут не решает. Тут решает уже этот... Скилл. Не скилл, а этот, забыл, как называется, роутер. О, роутер. Не у всех. Оля, кому дали, дали. Это что, раз? Откуда песенка? Песенка. Блин. Откуда? Это песенка. Ну, короче, она зафорсилась на дочери Суареза. Там есть что, вагончик, Арт, я не... Ты проехал его? Ой, я что-то засмотрелся, короче, и вылетел со спирой. Шел? Ну, ты нарвался. О, а, блин. Проедешь? Проехал? Проехал. Я за тобой, давай. Понял. Ты улетел, да? О, ты прошел, ты зацепил. Что? Блин, почти я звук перепутал, короче, газ тормозом. А, я думал, ты прошел. Блин, а так было бы красиво, если бы засейвился это вообще. О, у меня теперь супра. Да блин, я все равно вагон словил. Джестер у меня есть, он прикольный. Че? А, у меня джестер есть, он прикольный. Капец, даже у этого у качества тоже супра прокачана. Она у меня не едет даже по спирали нормально. Её тупо несёт. Куда несёт дым? Чё? Куда несёт дым? Да, куда же идут эти люди, к чему эти они? Так-то нифига, Легио этот заносит. Легио тоже. Skyline? Что? Ну а я что? А я спорил? А, мне надо было по прямой ехать, и я на спираль к вам свернул, блин. Что я сделал? Здравствуйте. Я не Уарт. Я ненавижу дырки в вагонах, блин. Это мое слабое место. Я не... Реально. А надо развернуться, я разворачивался, и там не получается. Первый раз мне повезло. Я не умею их проходить хорошо. У меня, блин, каждая пятая, десятая попытка... Опа, получилось. Да. Это несёт РРР. Я думал, это другой. Что ты несёшь? Какие РРР? Just РРР, короче, Супра 80-я. Ой, Супра даже не тормозит. Вообще. Чё ты такой качет медленный? Блядь. Оля, кому дали, дали, ой, он засейлился.
Нет, надо было вверх-вверх, то ты съезжаешь на спираль. Сука. Люди или ляда? Люди. Человеки. О, человеки, я понял. А, Тушкин это кто? Тушкин? Антон который или как там, Артём? А, тогда я знаю. Это же этот, он же с Киева тот же. Сука. Я вижу дырки. В будущем будет тяжело, блин. Согласен. Мне тоже просто карта понравилась. Ну, мне занесло. Знаете, что нам сейчас дали? Это Субару, что ли? Я не знаю, какой это прототип автомобиля. А как она выглядит? Нет, это не Субару, что не Субини. Есть, там Ремус должен быть. Ремус? Ремус, да, наверное, он. Это тренажка. Ремус — это прототип тренажки. Сильвия. Ты что, еще на Волрайде, что ли? Я, да. О, качлюнул. Какой-то странный. Или с интернатом. Не послышалось, что такое. Интернет. Кстати, у нас потом это несколько паркуров здесь пройдем, потом три карты хороших, плохой чекпоинт, и напоследок скилл-тест последний. Жесткий? А? Жесткий? Нет. Арт, кстати, его, по-моему, пытался пройти, он его не прошел. А, тогда кайф. Тогда кайф. Да. Далее. Нет, нормально. Ой, я клоун, чуть-чуть. Камин, да, из камня сделан. Да, из камина, круто. Типа, да, Артик, ты что-то ты там только. Это Бернаут. Джаггернаут? Бернаут. Бернаут. Прикольная вещь, кстати. Привет. Привет. Ой, блядь! Йоу. Нет, нормально живем. Нет, ты просто скилл чуть потерял уже. Старенький. Вот, Chester RR. Все нормально. Chester RR? Да. А блин, он не тормозит и не едет. Как Супра прям. Никакого кайфа я тут не вижу, знаешь, в перелетах через трубы. Chester RR? А, ладно. Это Chester RR. А говорю, Chester RR. Chester RR. Какой-то. Ну как самое новое, в 19-м году она вышла. Уже 3 года. Новое. Такая ей не будет больше, понимаешь? Держись! Ну, она не держится, я понял. Мне кажется, так можно было упасть.
Так. Нет, стой, не падай, не падай. Ой, сейчас. Тоже забыл, как эта машина называется. Старая-старая машина. Тронашка, Сильвия? Да, Сильвия. Вопрос. У меня она есть, но я буду на ней страдать. У меня она не покрышка скользкая, я ее для дрифта купил. О, дрифта. Нет. Я, кстати, да, вот даже этого прикола у него купил. Ты Most Wanted проходил, Арт? Ну, я играл, я помню первой части Need for Speed, прям вообще первой части, прям. Вот я, по-моему, с Hot Pursuit начал играть. Ну да. Сука. Чего он теришит? Ой, это сильно. Пользуемся лайфхаками из ТикТока. Блять, ну такие правые, потому что надоело первым ехать. Хочется соперничества. Такая фигня. Мой супре, да, я там тоже чуть подстрел. О, и че зашел? Ой, бля, трец. Я в трец и ебался. Я перелетаю. Я типа в трец вступаюсь. Привет. Да. Слышишь, у меня походу там слайфхачить можно, но я не буду. А, ты типа имеешь в виду сразу в телепорт туда прыгнуть? Ну, типа да. Ты не долетишь. Все, что я могу тебе сказать. Ну, у меня прокачано. Я пробовал, не долетишь, говорю. О, у меня. Нет, это сильно. А что тут трудного? Вот тут сейчас тормозишь, тормозишь, мужчинка, едешь назад. Едешь назад, вот сейчас заезжаешь задом, задом заезжаешь наверх, вот это, ну, там, чуть-чуть наверх, да, вот так вот, да-да-да-да. Берешь разгон, езжаешь. Нормально, вот, езжаешь. И тупо берешь, о май гад. Не-не, арт. Арт, это уже все. Это уже пора удалять игрушку, мне кажется. Давай ты. Давай. Вот ты сейчас можешь взять прямо на скорости. Ой, нормально залетел. Он не скользит, у меня все нормально было. Ура, телепорт. Вот отсюда ты возьмешь. Вот просто ты не умеешь траекторию рассчитывать, понял? Хочешь, я научу? Ничего ты.
А, ты уже близко, в принципе, практически. Ну, не очень близко, но, в принципе, довольно-таки немножко близко. Угу. Я вообще даже близко там не был. Ну, сейчас арт меня перегонит, потому что у меня херня, которая будет скользить. Я не понял, арт, а у тебя что, там не было трансформатора, и ты не взял другую машину? Не, там он должен был сзади, по-моему, быть, не? Нет. А, не, на я перепутал. У меня сейчас калика. Вот да, вот Сильвия. Нет, это не Сильвия, это. Ты задолбал. Сильвия. Это Сильвия. Это Тойоту, да. Блять, это у меня поторопился. Артя, по-моему, немножко выкинуло. Рассинхрон. Не придумываю, это рассинхрон просто. Да блять! Я тоже. Арт, нет, все дружище. Успокойся. Да блять, я въебался. Я она резкая нахрен. Я блять чуть-чуть газруку прожал и уже хана, блядь. Надо было чуть выше брать, понимаешь? Ты не рассчитываешь эту траекторию, понимаешь? Тебя научить? Что ты не рассчитываешь? Я ведь смотрю. Ну, в чем проблема? Вот сейчас нормально прошел. Ты вылетел. Не доставился. Нет, вылетел. А, там вот это вот просто. Блять, просто выпрыгнуть надо было. Пизда, бля, хули калика такая резкая. Да, давайте без ругательств. Чё? Притормаживай, оттормаживайся, сейчас оттормаживайся, оттормаживайся. Хорош. Я понимаю, но меня даже стопер не застопил. Ну там тоже стопер есть, если чё. Но я тоже оттормаживался. Тут не тяжело, тут не тяжело. Тут не тяжело, тут не тяжело. Ну, что сказать, я страдать. Туда. Грязно, грязно, грязно. Ну да, аж специально. Не, а я как-то слишком с вами легко играть, я, наверное, буду на джойстике. Ой, повезло. Блин, у меня просто Ремус, он дрифтит, он не едет. Вот он мне, наверное, геймпад поможет, кстати. Блин, а я забыл. А, да, тут полная. Ой, идеально. Да-да-да. Ну, там, в принципе, дальше ничего сложного, там уже финиш сейчас будет. Бля, у меня Ремус дрифтит. Мне вот тяжело. На полной скорости. Все, финиширую. Ну или жди.
Ладно, финиширую, блин, я не хочу просто на этой тренажке страдать. Она мне просто дрифтит.